характеристика цветов, она делится на 5 этапов. Это светлота, насыщенность, температура цвета. И по этим характеристикам можно сочетать какие-то определенные цвета. Зеленый с красным тоже является комплементарной схемой. Также есть аналогичная схема. Аналогичная схема – это когда один цвет и два близлежащих цвета берутся, и тогда образ становится более располагающим, утонченным. То есть, опять же, у каждого цветосочетания есть определенная характеристика. Если монохромный цвет условно – это один цвет, который в разных тональностях, да? Угу. Это цвет изысканности и благородства. А мужчина разберет вообще вот это вот? Конечно, все, вот это на фоне, я не знаю, на каком уровне точно это происходит, но это считывается. То есть монохромная схема, она всегда располагает к общению, к каким-то беседам, да? Угу. Такая схема рекомендуется девушкам, которые идут знакомиться, допустим, с семьей своего будущего избранника, вернее, своего будущего мужа.